Sasuke, товарищи! И чё это? Там что? Блокпост на мосту. Западный КПП. Устремился. Устремист. И чё-то люди гибнут за металл. Это как его? Не пройти нам это вообще. Нажми для пропуска. Тогда собирай всё, что найдёшь. И гляди в оба. В оба гляди. Оба, оба. Раз. Два. Три. Тик. Ежедневный бонус. Контейнер. Так. Начинка. Легкая броня. Экипировка. Инвентаря разрешена только вне боя. Она же без оружия. Черт побери. А куда оружие это делать? Почему? Вот сволочь, а? А выйти на карту. Сумки. Инвентарь. Меню. Пригласить друзей. Бак-репорт. Купить золото. Форум. Эмоции. Записи. Настройки. Будем проигрывать. Что делать? Так, что тут у нас? Сядь! Взять! Барабум! Барабум, барабум! Бум-бум, барабум. Ой, а там небо. Эта штучка висит в воздухе. Ужас какой. Кошмар.
что здесь можно пригнуться как-то или лечь, прилечь, пристать. Странно, ну ладно. Она потому что ранена была. Здесь еще и так можно, и так и сяк. Почему ему им? Почему двигаться-то он не может? Присесть, привстать, прилечь. Ничего не действует. О, сюда. А, инвентарь. Инвентарь подействовал. Мобильность, броня. Жетон тигера. Ничего, нельзя? Нельзя. Была ранена, и ее оружие перекочевало в инвентарь. И вместо того, чтобы проверить, мы ломанулись в бой. Потому что молодцы, а все остальные подлецы. Ладно, будем наблюдать за тем, как его убивают. Вот это. А может, они нас раньше убьют. Чтобы хорошо обзор как-то менять это вот положение. В положении-то. Умница. Ржавая ручная граната. Ладно. Чего здесь? Бух. Все. А, пошел нас убивать.
Своего попал. Убил. Ничего себе. Ну ладно. Так, а кто у нас тут? Кто тут у нас бременный? Ничего не видно. 15 метров. А это что за зона? Почему мне кажется, что это не того? Неизвестно. Так. А смотрите. Кредиты. Жетон тигра. Я... Почему он сейчас не садится? Ну ладно. Ну, в чем дело? Зараза. Куда она? Все хорошо. Где здесь это самое-то? R нажимаю, а он не хочет. Как его? Перезарядку сделать.
автоматическом режиме. Ваш ход. Спасибо. Не надо. Так. Это мы вот это. Или вот это. Это. Так. Как бы так выстрелить, чтобы всех задеть. Может, у него пульки кончились. Сами стрелять-то. А. Это типа ему мешал тот, поэтому стрелять не стал. Гуманист. Не хватает туда. Ну не хватает и не хватает, что делать? Чпок. Ой. Собака. Ой, ну все. Ветер капот. Все, убил. Ну что этот ход? Ваш ход. Какой там черт ход? Не хватает отдыха Б. Так. Вот. Пятюнечку убивают. Ну, какой он толстый. И убьют, а он только от этого лучше делает. Вмазал и промазал. Но, господи, сейчас его замочат. А, нет, ее замочат. Нас замочат. О, все замочили. И выходим. Выходим. Дуртом. Главное, что...
его своими ножками идет убитая. Главное, что это проверить, будет или не будет это того. Для использования стартового контейнера наемник должен быть пятого ранга. Пятого ранга, а она какого? Третьего уровня. Что, уровня? Уровня. Это называется стартовый. Ядрен батон. Книга спроса навыков. Ежедневный бонус. Открыть. Что это? Белый ремкомплект. Открыть. Открыть. И что это? Средний ребис таблетки. Ребис таблетки. Открыть. Осколочная граната. Жаль, нельзя ремкомплект как-то. Медицинская страховка. 3 дня. Стартовая. Та-та-та. Действует на отряд. Ремкомплект. Это, наверное, в бою. Что-то не написано, что все сломалось. Ёпси-мокси. Уровень 3. А можно куда-нибудь сходить, чтобы не так было погано? Погано. Чтобы убивали, конечно, но не так больно и не сразу. Извините, я сейчас занят. Ох ты, господи. Занят он. Засранец. Девушка пришла, он занят, понимаешь? Придурок. Так, а это что? Хрен. Мне нужно подлечиться. Хочу купить медикаменты. До встречи. Ранен. 89 кредитов. Лечить выбранных. Отмена. Мы не знаем, сколько у нас кредитов. Сколько у нас кредитов? 3000. Ладно. Сама как-нибудь поправится. Нефиг. Расходовать казенные деньги. Управление отрядом, управление кланом. Ничего. Нанять солдата. $250. А что за солдат? Здесь характеристики где? Леган Исаиях. Давид. Аарон. Никола. Михолас. Михолас. Ничолас. Джон. Ничолас. Ноах. Давид. Джексон. Логан. Исаия. Давид и Болевар. Нанять, выйти.
Понятно, у Голиафа. С Давидом. Джексон. Давид. Нанять. Исследование количества нанятых солдат повысить общий навык. Лидерство. Господи, как все сложно. Предмет раз автомат дробовик взрыва непонятно что пистолет пулемет взрывчатые вещества наверное там взрывное снайперская винтовка пулемет арендовать только можно это все в аренду. Ух ты, какая прелесть. Автомат. Все это, конечно, замечательно. А где холодное оружие? Холодненькое мне нужно, холодненькое. Это как ее? Это вообще какой-то... Водила. Что у него? Есть какая-то работа для меня. Нужный хлам. Анархия расширяется. Принять. 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 Нанять. Принять. Оружие холодненькое у вас есть или нет? Вот продавец какой-то. Купить золото. Приветствую. У меня есть особый товар для тебя. За золото. Да иди ты в жопу, если политкорректно говорить. Купить за золото. А сколько у нас золота? 0,0 унции. А это что такое? Золото. Это золото, здесь серебро еще какое-то. Переместите вещь для удаления. Броня. Активные предметы. Разные. Не, ну, конечно, замечательно, но почему у бандитов есть холодное оружие, а у нас нет? Ремонт. Я хочу отремонтировать свои вещи. Аукцион. Я хочу рассмотреть аукцион. Да, пожалуйста. Активный предмет. Броня. Разные. Прием ремонт. Это что такое? Броня и оружие. Как оружие? А вот оружие. Оружие. О, это что такое? Боевой нож. Ага. И что это? 200. 200. Мачете. Это 400. Мачете. Ломик. Уровень 3 необходим. Среднее оружие. За скидку. Кредиты. Боевой нож. Необходим уровень 5.
два, 48, 80. Новинка. А, пистолет. Так, а это тоже что-то. А это пистолет или нет? УЗИ и МАК-11. Удар. Урон от удара 9.23. 9.23. У этого длиннее дуло. Конечно, ему тоже. Ломик. Купить. Ай, его уже нет. Третьего. Ай, зараза. Ну ладно. Третьего уровня у него нет. Вообще нет. Третьего уровня. О, берем эти мимо. На второй уровень. Тогда придется экипировать вот эту хрень экипировать. Или эту хрень. Так. О, какая штучка. Пистолетик. Ладно. Потом ломиком воспользуемся. Может, нужно будет что-нибудь скрыть, там скрыть, скрыть, черепушку какую-нибудь скрыть. Так. И дяденька давал задание принести что-то, ему что-то принести, чего-то. Чего-то. Ничего, это смутно, жаль. Интересно, у этого есть такое холодное оружие? Чё-то. А, нет, у него. Смотри, товар. Холодненькое оружие. Надо зарядный гранатомёт. Нет, здесь ничего. В аренду мачете не дают. Давайте, несправедливость. Весь замочек висит у него. Хорошо, я не против подзаработать. Хорошо идет девушка. Отнести и положить.
нам заплатят за эту тяжеленную работу. Отлично. Денежек дали вроде бы, а может опыта. Так, побежали, ой. Побежали, а, инвентарь. И как у меня со здоровьем? Хреново со здоровьем. Так, мы набрали всякой чуши. Доступные задания. Атаковать банду. Доступные задания. 9 уровень. Ого, а и там какой уровень? 9. А здесь какой? Котельная. 8 уровень. 4 уровень. Доступные задания. Продуктовый запас. Крысы. Детоксикация. Атаковать банду. Восьмой. Что означает это? Вот третий уровень. Вообще не понял. Как туда попасть? Это опять это люди кинутся металл. Ну ладно. Пойдем и запомним.
Будь осторожен. Может, это надо крысе отслеживать. Продуктовые запасы. Нужно хлам собрать. Так. И здесь третий уровень. Вот. Так, крысы. Другие гибнут за металл. Продуктовые запасы, пропавший трофей. Вернуть Джеку пропавший трофей. Анархия расширяется. Люди гибнут за металл. Психопат. Убийца психопатов. Выполнить контракт. Контракты на фабрике. Нужный хлам. Детоксикация. 2. Нейтрализовано бочек с токсинами. Крыса. Шпионов уничтожено. Люди гибнут за металл. Собрать на складе полезные материалы. Продуктовые запасы. Найдено банок тушенки. Собрано хлама для фабрики. Выполни контракт. Контракты на фабрике. Контракты на фабрике. Продуктовые запасы. Отслеживать. Продуктовые запасы. Ничего не понятно. Как мне туда попасть? Лидеры уровень 3.
что-то получалось. Теперь не получается войти туда. Мы уже там были, нам там не понравилось. А кроме этого можно во что-нибудь еще войти? Там видно заметал. Зараза. Третий уровень, вот почему они меня туда не пускают, сволочь поганая. О, первый уровень. Шериф Грайс. Грайс вот такой. Это уровень. Нечто. Седьмой уровень. Издевательство. Стена. Выполненные задания, фабрика, простая царапина, тра-та-та. Люди гибнут за металл. Не отслеживать. Люди гибнут за металл. Не отслеживать. Не отслеживать. Не отслеживать. Не отслеживать. Yeah.
тут все там висит, если оно не дает мне уйти туда. Скотина какая, а? Ну ладно, на этой оптимистической ноте заканчиваю. Спасибо за внимание. До новых встреч в эфире. Ура! О, побежал куда-то. Куда он побежал? Турнир чемпион, активность, достижение, контакт, лист, профиль, профиль, компания, компания, радио, помехи, семинарцы, награда, пропуск в департамент полиции, пропуск на базу. Ничего не понятно вообще. Гайд что-то искать. Гайд что такое? Человечек-то? Непонятно. Чего они стоят? И там еще что-то. Странная эта штучка. Серж. СНН. А это что-то непонятно. А это Фред. Фредди 2014. Чего они там делают? Непонятно. Раньше я заходил в такой шестиугольничек. Начиналась хрень. Теперь захожу и никакой хрени. Сволочи. Сволочи. Эту яку. Какой здесь рекомендуемый уровень? Уровень с 1 по 15. Нажмите для пропуска. Разместиться. О, это ты? Это ты кто такой? Это или это? А инвентарь? Что за хрень? Опять она... Сволочь. Опять без этого. Я же экипировал ее. Какого черта? Не, ну это подонки. Ну что это? Эть. Эть. Не, ну сволочи, ну.
что можно забраться. И здесь можно забраться.
потрясающая наглость. Почему она без оружия? Возможно, осмотреть слишком далеко. Осмотреть, взять. Только что было слишком далеко, теперь слишком близко. Осмотреть, взять. Так. Убил дяденьку. Изерк. Вот сейчас его тоже убьют. Нет, не убили. Он жирный. Тело жирное. Штучку можно стрельнуть оттуда. Но если мы там будем сидеть, они сюда не побегут сюда. Они туда побегут. Здесь мы никого не видим. Гранату метнуть мы не можем. Инвентарь. Ржавая ручная граната. Это у нее. Тут как метнуть гранату? Персональный предмет. Квестовый. Бросок. Урон. Мечта. Инъекция. Активная вещь, аптечка. Легкая броня. Так.
вне боя. Понял. Так, ну и чего? Китка. А, вот она. Ручная граната. Вот туда. Так. Так. Зараза. Вот он вышел. Или это уже другой. Вот сволочь какая. И спрятался. Еще один. Он убежал. Все. Убили. Что она остановилась? Зараза какая. Ваш ход. Свинство. Почему она скована руками? Почему?
придумал такую гадость, а? Почему не пускает туда? Нужно подлечиться. И сколько на этот раз? 123 кредита. Да иди ты в жопу. Ай, это что такое? О, что это? Стрельбище. Уровень отряда 1-100. Размер отряда 1-3. Подойдите к стрельбищу, чтобы начать стрельбу по мишеням. Спасибо. Не надо. Будем зарабатывать денежки перетаскиванием вот этих вот контейнеров. Хочу воспользоваться своим хранилищем. Требуется личный склад. Круто. Инвентарь, сумка, журнал заданий, стена, компания, арена. Первая помощь, пассивная регенерация, 1 точка навыка, боец уровень 1, медленно восстанавливает здоровье наемника на нервных локациях, фабрика и другие. Следующий уровень. Умножает регенерацию здоровья на 3. Штормовые гранаты. Эксперт по оружию. Общие навыки.
штурмовыми гранатами. Звучит навык штурмовой гранаты уровня 1. Она вроде бы запускала гранату, или это не считалось. Может, они не действуют. Гранаты взрываются, но не действуют. Ну и где здесь открытие личного склада? Награды Опклана. Награды Оп. Сопротивляет ударов 0. Сопротивление пулям 0. Очки перемещения 50. Мобильность, броня, здоровье. Вот оно восстанавливается. Итак, первая помощь одного позволяет исполнять. Используют таблетки и инъекции Ребиса. Медленно восстанавливаются руки. Оно и так медленно восстанавливается. Еще медленнее, что ли? Стимулятор. Термогели. Патронтаж. Подсумок. Заначка. Если он не действует, восстанавливает 15 единиц здоровья. Наемник после использования активного предмета. Эксперт по оружию. Увеличивает наносимый урон. Всех одни и те же навыки. Да. Дурь какая-то. Ладно. Хоть раньше хоть пускали на локации. Ни хрена не сделать. Вот нужно это самое пройти этот долбанный люди гибнут за металл. Может, можно отказаться от него. Послать все. Чертовой матери. Тренировка. Меню. Ага. Стена. Журнал заданий. Вот у нас два таких задания. И от них никак не отвязаться. Требования миссии.
одинаковых. Одном есть награда, а другом нет. Выполнение. Нет. Никак не отказаться. Сволочь. Управление отрядом, управление клана. Нанять, выйти. Выйти и все. Добро пожаловать, я помогу с управлением твоим отрядом. Наемники — это почти такие же бойцы, как ты. Ты можешь выбрать наемника перед боем. И будешь управлять им так же, как основным персонажем. Нанимай его, ты платишь один раз, и он будет с тобой, пока ты его не уволишь. Увольнение – это единственное отличие наемника от основного персонажа. Основного персонажа уволить нельзя. Идиотизм. Если она бегает с оружием в безопасной зоне, как только выходит на задание, оружие выкидывает. Если с двумя другими наемниками не ее брать, а это невозможно, скорее всего. А может, возможно. Ну, сволочь, ну, она выходит зону боевых действий, оружие в рюкзаке, и взять невозможно. Может, действительно можно как-то их... Так, это где эта штука? Вот эта штука. Легкая броня. А у этого есть? У этого нет. Бух. Я использую легкой брони. Чего? В ангардах. Наемник должен быть второго уровня. Господи. Привет.